Добрый день и добро пожаловать на канал Конфуций. Сегодня мы с вами добавим новый жесткий диск в нашу операционную систему FreeBSD и смонтируем на нем пару разделов. Как вы видите, в данный момент у меня подключен один жесткий диск. За кадром осталась перезагрузка и добавление жесткого диска. Как видите, у нас появился второй жесткий диск. Теперь давайте проверим, имеется ли разметка на нашем новом диске. Диск не имеет никакого. Если ваш диск имеет какую-либо разметку и ее необходимо удалить, вам необходимо будет ввести вот такую команду. Но в моем случае она не сработает. Теперь нам необходимо создать разметку диска. Как вы видите, разметка создадим на нашем новом жестком диске два раздела. Раздел подкачки и обычный раздел с данными. Это я указываю размер раздела подкачки. И создаю раздел для каких-либо данных. Не указываю в данном случае ни размер. В общем, вся оставшаяся область диска будет отдана под данный раздел. Видите, два раздела созданы. Теперь создадим файловую систему на разделе под данные. Теперь смонтируем наши разделы. Необходимо будет отредактировать файл. Понесло меня немного не туда.
Здесь вы указываете каталог, на который хотите смонтировать раздел под данные. У раздела подкачки указываем None. Для перемонтирования всех разделов согласно данному файлу вводим команду. Как вы видите, наш раздел смонтирован. Теперь перейдем к разделу подкачки. Так, у меня есть раздел подкачки, но не с нового жесткого диска. Добавим еще один раздел подкачки. Теперь у меня их два. По идее все. Диск подключен, смонтирован, разделы добавлены, набрав команду, можем увидеть вот раздел, который у нас смонтирован в данный каталог. Пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание. Если данное видео было вам полезным, подписывайтесь на мой канал.